Все о том чуваке Себастьяне? А вдруг он вовсе не чувак? Я вчера об этом думала. Это его неожиданное появление было супер подозрительным. Это мне за то, что я подумала, что ты дашь мне что-то... чудесное. Привет. Новенький, да? Как зовут? Я думала, что знаю всех учеников. Это какая-то школа, да? Ясно. Так значит, ты не ученик? Нет. Хорошо, тогда кто же ты такой? О, ты в порядке? Может, тебе присесть? Нет, 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 все хорошо. Просто не приближайся. Я ничего тебе не сделаю. Я боюсь, нет. Извини, мне лучше уйти. Постой. Как тебя зовут? Себастьян. А я Лиза. Очень приятно. Элизабет звучит слишком скучно. Я не нахожу его скучным. Ладно. Дальше. Здравствуй, Элизабет. Снова ты. Ты ведьма. Да. Ты тоже явно необычный человек, потому что уже... Справочник монстров? Ты правда так думаешь? Исключать ничего нельзя. Твой черед отвечать. Кто ты такой? Конкретно. Что? Что ты искала? Ничего. Это я... Я просто ждала своего друга. Он парень. Он скоро подойдет. Не ответил ни на один из вопросов. Если ты не ученик, что ты делаешь? Я пришел увидеть тебя. У меня к тебе просьба. Какая? Хватит меня искать. Я и не искала. Тебя тянет. Я это чувствую. Меня тоже тянет к тебе, но тебе нельзя позвонить. Почему? Мне кажется, ты милая девушка. А моя жизнь... Скажи, да. Очень сложно. Прощай. И, кстати, я не знаю, кто это твой друг, но ты не должна ждать никого. Я впервые в жизни в хорошем душевном здравии. Я хочу ломать. Надеюсь, Себастьян. Нет, тоже есть что сказать. Ладно, но сперва я. Потому что ты должен узнать о них. Ингредиенты, которые ты помогал мне собрать. Наверное, это не то, что ты хочешь услышать, но они были для поиска одного загадочного парня. И я не хочу ранить твои чувства. Я вроде музык. Себастьян! Элизабет, ты слепишься? Я же сказал. Для большинства я Лиза. Правило большинства не для меня. Потому же, как я сказал, этот путь не для нас. Ты не объяснил причину. Потом ты появился на игре, и уж прости, но это как раз в духе парней. Я на приеме. Мы классная пара. Классная спортивная пара. Говоришь, с мячом я классная? Мне нужно было тебя увидеть. Ты напоминаешь то, кого я прежде знал. Не уверен.
я уникальна. Да. И она. Когда-то прежде я считал, что не увижу больше столь прекрасных. Это должно было меня учить. Нет, за эту грань нам заходить нельзя. Почему? И давай без загадок. Потому что ты очаровала меня. И еще. Я же ведьма. Ты же будешь друзьями. Нет. Друзья же не могут.